сейчас. Это видео. Смотри, Мария Рейнова пишет: Тёма, держись, все будет хорошо. Лиза пишет: дедуля, мы с тобой. Боря пишет. Это его девушка. Лиза сердечко отправила. Тёмочка, глаза открой, пожалуйста. Тёма, не спи, пожалуйста. Пишет Тихий океан Анечка, Лиза пишет: держись. Харри пишет: ты умница. Не все девушки на такое способны. Мне очень приятно, Хабиб. Прости, что неправильно назвала имя сразу. Настя пишет: любых. Еще на свадьбе погуляем. Радик пишет: что случилось? Радик, случилось ДТП, поэтому сейчас у нас процесс реабилитации проходит. Благодаря людям, которые нам помогли. Скинули сколько смогли, и в итоге у нас получилось проплатить этот взнос первый. Вот. Оставшуюся сумму также собираем. Потому что у нас таких денег самих нету, поэтому пришлось на такое идти. Помнишь Лиску? Сестренку? Слышишь, Ли? Помнишь Лиску? А что за Лиска? Лиза — это сестра Антона. Какого? Ну, у Тёмы есть друг Антон, а это сестренка. Да, да, все. Ну, смотри, уже ребята с моей работы присоединяются. Лёшка. Лёш, привет. Тёмка. Зайчик мой.